Смотрите внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление. Ой, не нравится мне это. Один я, наверное, буду удерживать, а не вы. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Я понюхал уже, я только что сколько убил их. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Ну, спасибо. Ничто в жизни не придает такой бодрости духа, чем неудачный выстрел в тебя. Уинстон Черчилл. Опять Уинстон Черчилл. Что-то он хотел этим сказать. Наши ребята должны быть уже на побережье. Они всего в нескольких милях от нас. Но сейчас такое ощущение, что как минимум в миллионе миль. Рации у нас нет, да и мы полностью отрезаны от всех. 6 июня 1944 года. Блин, Первая мировая. Какая Первая мировая? 5:00. Вставайте, вставайте, просыпайтесь, ребят. Блин. Опять, сейчас нужно будет эту местность держать. Черт возьми. Меня миномет порвал. Первый раз. Нет, ну не может быть. Это нужно вырезать. Ладно, не буду ничего вырезать. Ну что ж, погнали. Чувака взорвали, жалко его так. Ой-ой! Нет! Хедшот! Фух, чуваки, мы отбились. О нет, там танк, кажется. Танк, да. Так. Что меняем на что? Это. У нас нету времени. Раз. Отлично. Да дайте я пройду. Ой-ой. Мало ли вероятности, когда ты сидишь, они мало раз тебя попадают. Это очень хорошо. Там тоже танк? Ладно, неважно. Я иду в совершенно другую местность, поэтому мне плевать, если честно. Кто со мной идет? Ты что, один, что ли? Я тебя вижу, чувак. Да откуда же вы? А этот хотел на меня наброситься. Красава. Помучайся. Встань и еще раз помучайся. Это наш. Иду в собор, иду. Нет проблем, пока что все хорошо у нас, ребята. Это пока еще уровни легкие. Да и сложность у нас все-таки легкая. А, это наши. Фу, хотел туда гранату кинуть. Куда мне идти? Ребята, подскажите, куда мне переться? Переться куда? Сюда что ли? Не обходить надо. И зачем я туда пришел? Просто так. Может, мы с пикалем будем быстрее бегать? Вообще, напишите, пожалуйста, много, ну, какие-то факты интересные, чтобы я знал. А, я не в ту сторону пошел. Превосходно. Ребят, ну, тут чисто. Вы идете за мной? Тут тоже чисто. Да тут и пройти нельзя. Да, нельзя тут пройти. Значит, мы сейчас должны что-то сделать. Самот или комод. Самот, конечно, лучше звучит. Что там такое? Двери выбить нельзя, понятно. Превосходно. Кредит Лионет. Это ведь не Америка, это Франция, что ли, там, после Франции они были где-то. Ага!
Да, блин, вас тут очень много, ребят. Но штурм у вас не выйдет, пока я жив. На! Это не я его, наверное, снес. Вообще прикольно, что для 2003 года в этой игре было столько физики, сколько никогда не было ни в одной игре. В этих цифрах, точнее, годах. А так вам. Льюис! Удерживай церковь! Кто там еще есть? Льюис, а я не Льюис, я Мартин. Защитить северный путь. Защитить северный путь. А это значит, что нам всем хана. Пекаль. Какой это интересно пекаль. Тут даже не покажется, какой он. Интересно. Панцерфауст. 60. Карабин. А, кольт. Кольт пекаль. Кольт, подождите, знакомое название. Я, конечно, понимаю, что я Кэп, но... Знакомое название. Я где-то такой даже видел. Только не говорите, что вы сейчас будете за снайперки меня шмалять. Эй, а чё я тебя не заметил? Ладно, тебя мои убили же. Вы даже стрелять не умеете. Вы вроде как обученные были на Второй мировой. Хотя, может быть, это потому, что у меня сложность, новичок. Воу, красава. Чёртовы мины. Чего? Где он? Воу, танк. Сейчас. Ай-яй-яй, сам себя выстрелил. Где мне взять эту? Ну, превосходно. Дайте прорваться, слушайте. Ай-яй-яй-яй. Да уйдите вы, блин, придурки. Пошли вон отсюда, от меня вон пошли застрелить, убить. Сейчас нужно танк обезвредить. Тут два танка, что ли? Ай-яй-яй-яй. Бежим. Хух, не убил. Блин, он прям нацелен на меня. Что мне делать? Есть вариант. Дайте кто-нибудь тут. Панцерфауст. Да, я пройду. Такс. Тихо. А на танк нельзя не залезть, нет? Это нереалистично. Так, быстро. Вот он. Сейчас. Да возьми ты его. Да что я взял не то. Тихо, отойди. Отлично. Славный выстрел, ну спасибо. Долгожданно ты хотел сказать, да? Долгожданный выстрел, это хорошо. А еще один танк. Там еще один танк. Я уже готов. Так, да, вот еще один. Отлично. Давайте возьмем Панцерфауст еще раз. Знаете, буду теперь его каждый раз таскать. Он мне понадобится. Так, спасибо. Блин, патронов маловато. Дайте, братки, патронов. У вас совершенно другие оружия, что ли? Ну почему мне так не везет? F5. Погнали. Ну, а тут уже разблокировали. Ну, конечно, по сюжету. Все по сюжету, и это с одной стороны плохо. Осторожно. Кто это? Артобстрелы ведет. Или бомбы скидывает. Не, в домике чисто, тут можно не проверять. Тем более тут Паркер есть. А если тут есть Питер Паркер, блин, то тут уже все чисто. Сэр, мы только что засекли немецкую мотопехоту. Ой-ой-ой. Вау. АВП.
АВП. Как я его не убил? Ой-ой-ой, это слишком. Перебор, ребята, разработчики. И прям тебе, да блин, прям тебе в голову. Ща, раз. Раз. Ну давай же, перезаряжайся. Да ё-моё. Задолбал, пол хпшки отнял. А, хотя. Район чист. Продолжаем, братва. Точнее, он не чист, но он частично под нашим контролем. Сейчас, сейчас, сейчас. Дохлый. К коровам лучше не приближаться. О, тут тоже наши братки. Чё они тогда его не снесли? Чё должен был я? Противника уничтожить. Там машину откопали какую-то. А, артобстрел, подожди. Здравствуй. Здравствуй. Артобстрел. Козлы. Мы спасены. Блин, нужно пекарь поменять, подождите. Партер, сюда. Забирайся в машину. Во. Да блин, пекарь сказал. Пекарь нельзя разве? Ну ладно. Допустим это. Партер, сюда. Забирайся в машину. Да забираюсь я уже. Вот это анимация. Допустим, мы вернемся в батарею. Ой. Мусорке. Блин, телефон. Это прикольно, стрелять вот так. Не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, сержант? Разумеется. Могу прям над его башкой стрелять. По-моему, в этом нет необходимости, сержант. А если так? У тебя нет идеи получше или работающей рации. Где мои ноги? Где мое тело вообще полностью? Я уж не верил, что мы справимся. Ну, конечно, особенно если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль рядового. Да, всего-то 6 миль. Ладно. Однажды ученый... А, это мы читали уже. Это бессмысленно читать. Мы уже это прочитали. Немецкая батарея все еще здесь. Никаких контактов с ноль... Ну, с, короче, с полночи... никаких контактов со штабом. Рацию не использовать. Подтверждение признак как мож... приказа как можно быстрее. Нормандия, дорога номер 13, 6 июня 2014 года. И 1914. Блин, моя оружка пропала. Здравствуйте. Я точно такого же оружия стреляю, как и вы в курсе? Я ваше оружие украл. Ага, давайте так. Здорово! Кому в голову? Ага, вот и немецкий КПП. И что теперь? Да легко. Может, попробовать перестрелять ублюдка? Ну я перестрелял уже. Я не сохранял, эта игра сама. Корова! Ой-ой-ой! Что ты творишь? Да попал я в кого-то. Да пытаюсь, двое осталось. А, все. Один сдох. Да я сейчас с ним разделаюсь. Да божечки, да что ж такие проблемы-то с вами? Один сдох, отлично. Отлично. Ой-ой-ой. Это слишком опасно. Ребята, вы там осторожно. Нас тут окружили, похоже. Нас окружили, потому что мы ездим, а нас везде видят и знают. Они контролируют эту местность и нас обнаружили. Кто там? Как они еще машину не взорвали?
Да, конечно, в движении тяжело стрелять, но что тут поделаешь. Пекаль. Давайте пекаль. Да. Умри. Ой-ой-ой! Держи гранату. Я знаю, тебя не взорвать, но тебя это нужно отвлекти. А ему все равно. Ой, ё-моё. Ой-ой. Припаркуй здесь, он не убьет ее. О-о-о-о-о. Они хоть видят нас? Ну, по идее, должны... Ай! Да-да-да, сейчас будем выметаться. Да, я с ними разберусь. О, патрончик и аптечки. Здравствуйте. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Это превосходно. Блин, ну прыжок совершить это великолепно. Нам подсказывают, как совершить прыжок. Кто там еще? И никого. Тут тоже никого. Да.